3 сентября президент Азербайджанской республики Илхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после ремонта и реконструкции в лицее с физико-математическим уклоном и уклоном информатики в Ясамальском районе Баку. Глава государства был проинформирован о том, что здание для учебного заведения было построено в 1963 году. В 1964 году на базе школы-интерната номер 1 была создана школа-интернат номер 1 с физико-математическим и химико-биологическим уклоном. В 1969 году химико-биологический уклон отделился от этой базы, где продолжила функционировать школа-интернат номер 1 с физико-математическим уклоном. В 1991 году по решению Кабинета министров школа была переименована в Республиканский лицей с физико-математическим уклоном и уклоном информатики. В настоящее время лицей функционирует под этим названием. Было отмечено, что ремонт и работа по реконструкции в данном здании были начаты в мае текущего года. Президент Илхам Алиев обошел отдельные классы в лицее, ознакомился с созданными в них условиями.